серый день глядит в окошко хмуро. Но маленькая Джейн, Шарлотта, дочь Гинзбора, старается постичь мужской души загадку. И как себя ни кличь, все будет по порядку. Сперва идет глава о юности бездомной. Девчонка чуть жива в своей коморке темной. Потом стихи мечты, работа сердца ради и нотные листы и платные тетради. Шарлотта не хрупка, нисколько не воздушна. А вот ее рука мужской руке послушна. Да что в одной руке, нам и вторая, кстати, и прядка на виске, и складка на кровати. Читали в простоте Дженейр, ты с нами всюду. Шарлотта, брат Бронте, ну как тебя забуду? Смотрели не дыша, любили без остатка, а мужняя душа была и есть загадка. Смотрелась не дыша, любилась без остатка, а мужняя душа была и есть загадка. Сегодня Оскар будут раздавать. У меня там фаворит. Ох, фаворит. Ох, не каждый год у меня бывает фаворит.